Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dino Bash. Ты помнишь, что в прошлой серии мы с тобой получили нового динозавра. Но прокачать еще у меня его пока не получилось. До максимального уровня слишком много для этого понадобится времени. Но я тебе скажу следующее. Мы с тобой использовали, да, Тирексика, вот этого маленького динозавра, да? Ты посмотри, у него атака 162. Я подумал, а почему бы нам с тобой не взять спина, у которого атака 773. Он практически, да, он даже перегнал, ребята, Тирекса. Так что, думаю, пока он у нас обучается, мы можем с ним немножко поиграть. Ну что, 119 уровень, ребят, давайте проверим. Так, убираем этого Тирексика, ставим Смина. Здесь мы, наверное, я не знаю, стоит ли убирать нам мамонта. Мы можем убрать мамонта и сделать вот так. Оригинально у нас получается, да? Теперь главное выжить. Это наша цель номер один. Не то, что даже выжить, а сохранить яйцо. Так, естественно, яблоньку сразу на прокачку. Ну, естественно, ну как же без бомжих-то здесь, ну ё-моё, ну. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Накося, выкуся. Давай заодно и проверим, насколько он хорош, этот спина. Он первым у нас с тобой вышел, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, смотри, как тут бежит, пройдоха мелкий. На тебе. Так. Ну, хорош, ты успокойся, а. Неугомонный, ох ты. Бурю мне дали, друзья мои. Так, сейчас будем проверять. Насколько... Да ну хорош. Слушай, ну он, по-моему, вообще топчик. Друзья мои, ты посмотри, что он творит. Он просто... А, нет, ну конечно тут есть свои заморочки. Ты их видишь, да, прекрасно? Ну, если брать по совокупности, да вы достали. Так, пробился, да, гаденыш мелкий? Слушай, может, хорош уже, а? Подбили таки, а? Вызываем еще одного. Ну? Так, что у нас там происходит? Беда у нас тут происходит. Ёлки ты моталки, ты посмотри, сколько их здесь. Ух, залетные вы наши. Так, сейчас, секунду, мне нужен валун. Мне нужен, оу. Опять они тащат эту шаманку, или кто это, я вообще не могу понять, кто это такая. Или кто это такой, блин. Фиг его поймешь. Давай, давай, давай. Кто? Ч... Как так-то? Как, ребята, я пропустил этого хламона? Объясни-ка мне на милость. Да легко и просто, как я его пропустил? Ну? Кто там бомбит факелами? Фух, что ж ты будешь делать, а? Последняя пишет волна. Вопрос можно, почему у этого факела не потух? Объясните мне, пожалуйста, почему у этого факел не потух? Вот что меня интересует. Да кто там опять бомбит яйцо? Все, походу, фейл, да, друзья мои? Но если бы не вот этот валун, точно был бы фейл. Хотя еще под вопросом, друзья мои. Под огромнейшим вопросом. Ты смотри, что они делают. Неужели одну бомжуху вальнули? Слушай, вот здесь вот надо что-то делать. Так, ну-ка. Я не пойму, блин. Так, бомжуху уничтожили. Здесь подбили. Вот это что за... пакость. А, вот что, факел она бросает. Вот оно что. Вот ты что делаешь, а? Кикимора ты болотная. И ее невозможно, ребята, потушить.
То есть, если обычные воины, которые бегут, да, ты бросаешь ледяную бомбу, у них гаснут факела, то у этой кикиморы не тухнет. Ну что, давай больше монет. Так, ну что, 83 тысячи монет мы имеем. Это как раз еще на одну прокачку мне хватит. Так, замару 75 врагов. Опа, мы что с тобой, 4 тысячи монет еще заработали, да? Ну что я тебе скажу, спина отличнейший, отличнейший. Динозавр очень хорошо себя проявляет. Не жалею об этом, ребята, что мы его приобрели. Единственная проблема, что враги становятся тоже сильными. Тоже сильными, и приходится тут... Ну, в данный момент ты видел, я потратил 2 заклинания. Целых 2 заклинания. Ну, хорош, хорош, сразу начинают они. Это у нас деревянные бомжихи идут. Среднего класса. Так, вызываем спина. Ох, ё. Ты посмотри, какой отряд. Ну вот тебя тут только не хватало, а. Неужели повезло-то как нам? Так, бежит пройдоха этот. Вот в этом, ребята, вся проблема. Вот в этом вся проблема, что вот этот вот пройдоха будет нам сейчас сильно с тобой мешать. Он мне всегда мешает, если честно. Опять этот бежит, а? Ну ты полюбуйся на него. Давай, 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 запинываем. Травим его. Так, здесь... Здесь-то что у нас? Здесь трэш идет. Полюбуйся просто, что-то происходит. Ну, конечно же, конечно же. Мне не хватало бомжей. Так, еще одну, да? Откинули. Давай сюда, выбрасываем валуны. Заорали, завопили. Ты посмотри. Просто закидывают. Закидывают бедных моих бойцов, бедных моих динозавров. Всякой ерундой. Так, сюда нужно валун срочно сбрасывать. Просто срочно. Да. Как ни крути, тяжело, ребят. Тяжело им справляться здесь. Отряд опять неминуемый идет. Я, конечно, сброшу тот валун. Сброшу еще валун. Отравляшку. Все как обычно, ребят. Но с армией такой... Даже теперь мы этого не можем с тобой сразу уничтожить, представляешь? То есть не хватает как бы сил. Еще тут, видишь, он, орда бежит. Голодранцев. Спина, конечно, очень хорошо пытается продержаться, все это выдержать, но кто? Ты сейчас серьезно? Вот вообще вот меня вот не было в планах вот так вот делать. Да блин, ну хорош. Еще шамана. Еще шаманы, эти летуны все. Так, сюда мы с тобой что сделаем? Ну, сюда мы сбросим, наверное, бомбочку ледяную, да? Я думаю, это будет оптимально для нас. Окей. Так, смотри. Йоу, просто там и катапульт уже. Это уже трэш. Да вы, блин, серьезно, что ли? Ты посмотри, какую армию они тут закатили. Полюбуйся, просто полюбуйся. В каменной броне всякая чушь. Так, надо вот этого уничтожать. Как-то вот этого надо бомбануть, друзья мои. Как можно быстрее. А как ты вот его бомбанешь как можно быстрее? Вот как ты его бомбанешь, а? Слушай, по-моему, мы пробились все-таки с тобой. С горем пополам.
Да, господи. Бедные мои нервы. Так, ребята, давайте больше монет. Ну вот, 132 тысячи уже на карманчике. Отлично. Так, ну что, давай попробуем с тобой пройти еще одну миссейку. Как думаешь? Опачки. Так, морозную бурю мы с тобой получили. Слушай, ну если дальше пойдут вот эти вот каменные катапульты, я даже не знаю. На 130 уровне у нас с тобой будет новая заклинаха. Ледяные бомбы. Что-то мне подсказывает, что это офигенные бомбы, но до них нужно еще, извини меня, как-то добраться. Так, ну что, давай потихоньку начинаем, как всегда, с яблони. Естественно, друзья мои, с яблоньки. Что это за пройдох тут у нас пополз? Все, я вас понял. Нет, хорош. Ну зачем я использовал, а? Ага, шаманы, все дела. Ну, с шаманом мы сейчас разберемся. Причем с полтычка. На один укус его и хватило, да? Вот это мне не нравится. Ой, как мне это не нравится все. Да ну хорош. Идут, не останавливаясь. Прикинь, целой ордой, ребят. Ну-ка, что у нас там происходит-то вообще? Не, я не вижу. По-моему, здесь будут чисто меня вот эти... А, нет, все-таки бомжихи здесь есть. Все-таки бомжихи тут есть, ребята. Слышу вопли их. Вон они. Тут как тут уже. Куда ты опять разогнался, а? Он меня достал. Вот этот пройдох-то меня достал, ребята. Так, здесь две бомжихи. Атакуют нас, да? По всем фронтам. Так, не выпускаем их из заморозки с тобой. Постоянно пускай будут в заморозочке находиться. Что там трясется? Все нормально с яйцом? Все отлично. Так, с тобой пока копим валуны. И все, что ли? Ну, это, ребята, самая изящная миссия, по-моему. Так, 161 тысяча плюс еще, да? Почти тридцаточку. Ну что, коль такая пляска у нас, давай тогда еще заключительную, так сказать, сделаем серию. Точнее, не серию, а бой. Позже. Да, заключительный бой, и потом уже пойдем другие игры снимать, потому что сегодня много планов у меня. Кстати, на втором канале сегодня выйдет «Мальчик-монстр». Довольно прикольная серия, мне понравилась. Так что заходи, смотри. Так, ну что, поехали. Надеюсь, все будет у нас чики-пуки. Пока все идет ровненько. Да, есть небольшие косячки, но это не страшно. Так, яблоньку, естественно, сразу с яблоньки. Но тишина перед бурей, да? Точно тишина, ребята, перед бурей. Все, я понял. Понял. Начинается веселуха. Блин, копьетоны бегут. Ну ты-то куда... Блин, опять этот, ребята, здесь. Опять этот хлыщ, а. Его, естественно, нужно травить. Тут само собой разумеющийся. Так, мы его траванем. Шаманы, да? Шаманов тоже нафиг в топку. Вот таким вот образом. Так, что это у меня? Как это так они быстро спирота уничтожили? Тихо. Яблочко отдай. Так, контролируем, ребят, вот этого хлыща. Просто контроль тотальный. Он не должен дойти до нашего, хотел сказать, яблока. Ну ты понял, да? До нашего яйца. Чего вы тут, я не пойму, третесь-то, а? Все, выкусили, и хорош.
Давай-давай, Спира, выходи. Почему я его называю Спира, если это Спина? Спира — это просто есть такой, такая игра, ребята. Довольно прикольно. Тоже там про динозаврика маленького, летающего дракончика. Вот что-то он мне в голову запал, этот Спира. Не понял, там что, бомбит уже, что ли? Нет. Ну, вроде бы как хруст такой был, как будто кто-то бомбил. Теперь-то я вижу, что бомбит. Так, что у нас тут происходит, ребят? Фигня происходит полная. А почему? А вот почему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты серьезно? Ты посмотри, 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 что выходит, ребят. Ты просто полюбуйся. Так, сюда снаряд обязательно. Вот так вот, окей. Вот объясни мне, почему он с факелом и не погиб? Так, этот еще хлыщ там бежит. Да ну, ты посмотри, что тут выходит. Если я сброшу, мне это как-то поможет, как-то спасет меня это. Ну, вроде бы как-то... Ой, тихо! Да как же ты прошел так? Мелкий ты хлыщ. Срочно, срочно пинаем. Иначе крышка нам, ребят. Иначе нам крышка здесь. Что-то по... Так, отлично, тут справились. Вот это вот надо, вот... Вот кикимора, она вредная, ты понимаешь? Так, давай вот здесь уничтожим. Окей. Ну-ка посмотрим, как она боится. Или он. Он, по-моему, да, это? Волнов. Трамп, ё-моё. Я думаю, кто это у нас тут сидит? Точно. Похож на него, да? Так. Ну-ка, слушай, ну он живучий. Может быть, мне нужно вот этих бомбить, а не саму повозку? Может быть, вот кто ее держит? Нет, ребята. То есть ты ее так легко не подобьешь, как катапульту. Ее нужно именно вот так вот, ребята. Ой, валунчик, спасибо большое. Да, друзья мои, это было круто. Ну что, как-то вот так вот, ребятули. Я считаю, неплохо мы сегодня повоевали с этими троглодитами. И все у нас прекрасно. Через... сколько тут у нас получается? Через 8 уровней мы с тобой получим супер-пупер валуны, которые тоже нужно прокачивать. Но, слава богу, они прокачиваются сразу же. Не надо там ждать 1000 лет. То есть берешь просто и прокачиваешь. И давай посмотрим, когда у нас получит уровень, через сколько времени наш Спина. 15, почти 16 часов, ребята. Это, конечно, очень долго, но... Поверь, он того стоит, чтобы прокачивать его. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.